Сегодня в столице вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Здравствуйте. От общих целей развития до перспектив опубликована статья главы государства о ренессансе Центральной Азии. За короткий по историческим меркам период регион превратился в пространство взаимовыгодного сотрудничества с огромным потенциалом. Рауль Габитов расскажет о главных месседжах. Центральноазиатский регион сегодня все больше укрепляет свои позиции на глобальном уровне. Лидеры государств стали чаще встречаться, причем не только друг с другом, но и с представителями крупных стран Европы и Азии, так или иначе оказывая влияние на мировые процессы. Пессимистические прогнозы о том, что центральноазиатские республики пополняют группу так называемых несостоявшихся государств, по словам Касым-Жомарта Токаева, не подтвердились. Государства Центральной Азии смогли выработать свою прагматичную стратегию внешнеполитических взаимоотношений, которая создала стабилизирующий баланс межстрановых и межрегиональных интересов, позволила нам стать полноправными участниками глобальных процессов. Центральноазиаты, укрепляя статус миролюбивых государств, активно продвигают свои идеи и проекты в многосторонних структурах, являются учредителями таких успешных и влиятельных организаций, как СНГ, ШОС, СФМДА, ОАЭС, ЕАЭС, ОТГ и другие. Казахстан сегодня установил союзнические отношения с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. С Туркменистаном стратегическое партнерство тоже расширяется. Отдельно стоит поговорить об экономике. Только в прошлом году торговля Казахстана с государствами региона выросла на 26% и достигла 8 миллиардов долларов. В целом перспективы сотрудничества большие. Важным направлением сотрудничества является развитие в приграничных районах сети торгово-логистических и промышленных хабов, которые могут стать новыми драйверами взаимной торговли и совместной инвестиционной деятельности. Стратегическое значение приобретает реализация транспортно-логистического потенциала наших стран. Эта сфера призвана стать новой опорной точкой для стремительного развития региона. Перед странами сейчас стоит ряд задач, от решения которых будет зависеть судьба региона, считает Токаев. Во-первых, это сохранение мира и стабильности не только в Центральной Азии, но и в сопредельных государствах. Также следует выработать общие подходы к обеспечению водной безопасности. Проблема дефицита воды в последние годы, затронувшая практически все страны региона, негативно сказывается на фермерах и приводит к серьезному экономическому ущербу. А еще важно воспользоваться выгодным географическим расположением стран и развивать сферу транспорта и логистики. Регион имеет все возможности стать одним из важнейших транспортно-логистических и транзитных хабов на планете. Центральная Азия стремительно превращается в ключевое звено глобальных транспортных коммуникаций. Прежде всего, это многообещающий китайский проект «Один пояс, один путь» и международный транспортный коридор «Север-Юг», в который в той или иной степени вовлечены все страны региона. Затронул президент и вопрос экологии. Чтобы снизить негативный эффект от глобального изменения климата, Токаев предлагает перейти к зеленой экономике. Природный потенциал для этого в регионе есть. В Казахстане, например, достичь углеродной нейтральности планируют к 2060 году. В завершении статьи глава государства подчеркнул, что Казахстан придерживается принципа успешной Центральной Азии и готов идти на дальнейшее развитие интеграционных процессов настолько, насколько готовы стратегические партнеры и союзники в регионе. Алишер Ашимов, Рауль Габитов, 24KZ. Фархот Толипов присоединяется к нам по Зуму из Ташкента. Это директор негосударственного научно-образовательного учреждения Блим Карвани. Фархот Фазылович, добрый день. Вы уже ознакомились со статьей президента Казахстана? Здравствуйте, да, в общих чертах ознакомился. Говоря о ренессансе Центральной Азии, Касым-Жомарт Токаев начал статью с общности целей развития. На чем основан диалог между странами региона и какова общая стратегия? Я абсолютно убежден, что общность центральноазиатских стран и народов основана как на исторических предпосылках вековой жизни совместно по соседству, как говорится, в одном регионе, так и перспективами будущего развития, обусловлены вызовами, которые центральноазиатские страны сегодня испытывают на себе, и ответом
на эти вызовы у центральноазиатских стран может быть только лишь совместный ответ и совместное противостояние различным вызовам. Так что, как с одной стороны исторические предпосылки, так и перспектива будущего устойчивого развития, безопасного развития диктуют совместные действия и, если говорить более строго, на строгом языке, интеграционный процесс. То есть полноценное объединение 5 государств Центральной Азии в одну общую структуру и создание в связи с этим соответствующих институтов интеграционных, как экономических, так и политических, культурных, образовательных и так далее. То есть выхода на полноценное интеграционное объединение. Европейские издания отмечают, что многие страны сейчас борются за внимание лидеров стран Центральной Азии. Чем привлекателен регион? Какими ресурсами он обладает? Да, действительно, мы сегодня наблюдаем такое своеобразное явление, которое действительно отражает ваши слова, что многие страны, особенно великие державы, крупные державы мира, обращают особое внимание на этот регион, на Центральную Азию. И, скажем так, отражением такого повышенного внимания к региону стало, скажем так, размножение, что ли, или увеличение таких форматов, как условно мы называем C5+1, когда C5 это 5 центральноазиатских государств и плюс 1 отдельно взятая великая держава, крупное государство, например, C5+1 в американском варианте, где 1 это Америка, США, C5+1 в европейском варианте, это значит C5+ Европа, C5+ Китай, C5+ Япония. Вот скоро мы на днях будем свидетелями именно вот такого формата C5+ Япония. То есть вот такие форматы отражают как раз вот тот факт, о котором вы сами сейчас сказали, повышенное внимание крупных держав. Ну, я думаю, причинами такого повышенного внимания являются несколько таких факторов. С одной стороны, уникальное, особое расположение, географическое расположение региона. С одной стороны, с точки зрения соседства с двумя, по крайней мере, двумя крупными державами, такими как Китай с восточной стороны и Россия с северной стороны. Испокон веков Центральная Азия и так была в эпицентре мировых контактов, мировых коммуникаций под названием «Шелковый путь». И в этом смысле Центральная Азия как бы возвращает себе такой статус. Многие западные мировые эксперты, ученые, исследующие Центральную Азию, именно об этом сейчас говорят, что когда-то в былые времена Центральная Азия, находившаяся в центре, в самом гуще «Шелкового пути», была на некоторое время последние несколько веков как бы забыто, и вот теперь снова Центральная Азия привлекла к себе внимание именно в силу того, что она исторически была в эпицентре гуще мировой торговли. И это тоже стало одной из главных причин того, что интерес к Центральной Азии все более повышается. С одной стороны, да, это, скажем, связанные с торговлей, транспортом проекты, соединяющие Далекий Восток, то есть Китай, с Европой через Центральную Азию. С другой стороны, собственно, центральноазиатские ресурсы, ресурсы стран Центральной Азии, природные ресурсы, которые также в огромном количестве будут востребованы на мировых рынках, тоже стало причиной повышенного внимания к Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев пишет о новом формате взаимодействия. На чем он основан, по-вашему? Ну, с одной стороны, мы должны, конечно, особо обратить внимание на двусторонний формат, с другой стороны, на региональный формат. Если коротко говорить о двустороннем формате, в частности, в нашем кейсе, узбекистано-казахстанские отношения, например, то это действительно очень прорывной такой процесс. Мы наблюдаем, можно сказать, даже с первых дней независимости. В частности, в 2013 году, если какие-то 2-3 примера привести, в 2013 году между Узбекистаном и Казахстаном был подписан договор о стратегическом партнерстве. То есть, с тех пор мы стали стратегическими партнерами. И буквально в 2013
2020 году Узбекистан и Казахстан подписали договор о союзнических отношениях. То есть мы теперь, точнее, в 2022 году. То есть мы теперь уже и не только стратегические партнеры, но и союзники. Это действительно абсолютно новый формат, новый уровень взаимоотношений. Узбекистан подписал аналогичные же договора с соседними странами тоже. Вы сами упомянули союзнические отношения Казахстана с тремя другими государствами Центральной Азии. То есть вот такие форматы, двусторонние связки на уровне уже не простого сотрудничества двустороннего, а именно стратегического партнерства, это относительно новое явление для Центральной Азии. Но это одна сторона монеты, как говорится. Другая сторона – это региональный формат. Региональный формат – это, собственно, региональное сотрудничество, региональная интеграция пяти центральноазиатских государств. Как вы знаете, вот буквально на завтрашнего дня начинается шестая консультативная встреча пяти центральноазиатских государств в Астане, и пять руководителей пяти государств Центральной Азии встретятся снова на очередную шестую консультативную встречу, с которой начнется фактически новый раунд таких консультативных встреч, потому что пять встреч уже прошли в каждой отдельной центральноазиатской стране, и теперь начинается новый раунд со Астаны вот на днях, и мы вправе ожидать, конечно, что в этом новом раунде, который имеет символическое значение, будут уже сделаны довольно-таки амбициозные шаги в направлении региональной интеграции. Региональная интеграция была заявлена в 1991 году и прошла определенные этапы в своем становлении. И вот сейчас, я думаю, в форме консультативных встреч президентов центральноазиатских стран, я думаю, интеграционный процесс выходит на новую перспективу, и мы сейчас ожидаем проведения шестой встречи и принятия соответствующих документов, по которым мы можем уже судить о новом этапе региональной интеграции. Фархот Фазылович, спасибо вам большое за ваше мнение, за уделенное время. Фархот Алипов, директор негосударственного научно-образовательного учреждения БЛИМ Карвани из Ташкента, был на прямой связи со студией. Объем взаимной торговли между странами Центральной Азии увеличился практически в два раза и достиг 11 миллиардов долларов за последние 5 лет. Только по итогам прошлого года внутренний товарооборот вырос на 25%. При этом торговля Казахстана со странами Центральной Азии в прошлом году выросла до 8 миллиардов долларов. Такие данные привел Касым-Жомарт Токаев в своей статье. Важнейший и самый ценный ресурс Центральной Азии – молодое интеллектуальное поколение, считает президент. Регион один из самых молодых в мире. Средний возраст населения около 29 лет. И по подсчетам ООН, к 2040 году он снизится до 28. Это уникальное конкурентное преимущество, открывающее широкие возможности. Поэтому актуальной задачей – углубить сотрудничество в сфере науки и образования. Казахстан, в свою очередь, активно поддерживает развитие межвузовского взаимодействия, открывает перекрестные филиалы вузов и совместные факультеты. В наших вузах обучается порядка 9 тысяч студентов из Центральной Азии. Стратегическая цель – превратить Казахстан в региональный образовательный хаб, говорится в статье главы государства. Продолжаем обсуждение статьи президента. Аскар Нурша присоединяется к нам по Zoom. Это заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований. Здравствуйте. Какие главные месседжи статьи главы государства вы отметили для себя? Добрый день. Выход статьи – это важное событие в политической жизни. В целом, недостатков в заявлении, различных комментариев о Центральной Азии нету, но здесь эта статья, она носит программный характер. Там четко фиксируются принципы, которыми Казахстан подходит к региону, наши приоритеты формулируются. И в целом эта статья, она призвана служить важным ориентиром для казахстанцев, для органов государственной власти, для наших соседей по региону, что Казахстан хочет на нынешнем этапе нашего многостороннего сотрудничества и с чем мы подходим, почему для нас это важно именно сейчас.
Дело в том, что с 2018 года прошло 5 важных саммитов, встреч глав Центральной Азии в формате консультативной встречи. У нас централизация пятерка. Сейчас на днях в Астане стартует 6-я по счету встреча. То есть, по большому счету, первый цикл саммитов пятерки он завершил. Мы подходим ко второму циклу наших отношений. И здесь президент говорит о том, что, по большому счету, мы вступаем в совершенно качественный новый этап наших отношений. И этот этап требует от нас большей ответственности. И этот этап, он характеризуется переходом на более, не просто стратегический, на более углубленный уровень отношений между нашими странами. Прежде всего, как ожидается в ходе этого саммита, мы планируем, наш сам будет перейти на новый этап институциализации наших отношений. Как вы знаете, страны Центральной Азии являются членами различных региональных организаций. Это ОДКБ, да, это Шанхайская организация сотрудничества, это организация тюркских государств, это СВМДА. Но если мы посмотрим, по большему счету, все эти организации базируются на твердом фундаменте отношений между странами Центральной Азии. Но так получилось, что у самой Каспийской, Центральной пятерки, по большому счету, нет собственной институциализированной структуры. Есть двусторонние контакты, есть консультативная встреча. Но сейчас настало время, когда нам нужно переходить к более развитому организационно формату наших отношений. И важным решением, которое было принято на предыдущих встречах, это учредить формат национальных координаторов. А это означает, что в наших странах развитием отношений будет заниматься, скажем, не только Министерство иностранных дел, но появятся назначенные ответственные уполномоченные лица, в чью задачу будет входить как раз курировать вопросы развития углубленных отношений между нашими странами. И все эти моменты, они отражены в этой статье. И более того, важно понимать, когда ты вступаешь в отношения с странами, когда, чтобы какие принципы будут руководствоваться. И здесь вот мне в этой статье очень импонирует то, что Казахстан твердо остается приверженцем принципов международного права, неприкосновенности границ, невмешательства в внутренние дела соседних государств. Но еще один важный момент. Это понятно, что будущее – это молодежь. И именно молодежь, она подхватит флаг, да, в развитии отношений. И президент, он обращается к молодежи стран Центральной Азии, поскольку это те люди, которые, по большому счету, будут дальше развивать наши отношения. Аскар, к сожалению, эфирное время у нас ограничено. Я благодарю вас за то, что присоединились к нам, ответили на наши вопросы. Аскар Нурша, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований, был с нами на связи. Документы на 43,5 миллиона долларов подписали Казахстан и Узбекистан на бизнес-форуме в Астане. В мероприятии участвовали больше 400 представителей деловых кругов и государственных органов двух стран. На площадке также прошли двусторонние B2B-встречи, где бизнесмены обсуждали сотрудничество в таких областях, как агропромышленный комплекс, торговля, легкая и пищевая промышленность и строительство. В рамках Узбекско-Казахстанского форума мы подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках данного меморандума мы планируем сотрудничество, создание совместного казахстанского производства по производству лифтов. Также мы договорились о создании диспетчерского центра по диагностированию состояния лифтового парка Казахстана, а также у нас планы по созданию единых стандартов, единых технических регламентов, которые бы улучшили качество услуг нашей лифтовой отрасли. Узбекистан имеет хороший
опыт внедрения в нашей республике мы готовы поделиться с казахстанскими партнерами, учитывая хороший инвестиционный климат и учитывая наш опыт. Я так думаю, это будет хорошее сотрудничество, которое будет работать во благо казахстанских потребителей. И тем самым, забегая на будущее, мы будем, конечно, преследовать цели по продвижению нашей будущей продукции для экспортных рынков. Казахстан и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 5 миллиардов долларов в ближайшее время, а в будущем довести этот показатель до 10 миллиардов. В Узбекистане сегодня успешно функционирует больше 1000 компаний и предприятий с отечественным капиталом. Динара Абдирова продолжит. Казахстан уже многие годы занимает третью строчку в списке ключевых внешнеторговых партнеров Узбекистана. Только за последние 7 лет товарооборот между странами увеличился почти в 2,5 раза. С начала года этот показатель достиг 1,5 миллиардов тенге. Наша республика близкому соседу в основном поставляет пшеницу, муку, подсолнечное масло, медные и цинковые руды. А закупают овощи, фрукты, электроплиты и холодильники. Со времен распада Советского Союза нам Единая система энергетического хозяйствования, единая система транспортно-логистическая. И поэтому, в отличие от многих других кейсов на постсоветском пространстве, в Казахстане и в Узбекистане нам удалось сохранить дружественные, скажем так, тесные партнерское взаимодействие на уровне курирующих ведомств. Тем не менее, достаточно большая проблема. У нас больше 2000 километров границы между Узбекистаном и Казахстаном. И всего 10, если я не ошибаюсь, погранпереходов. Для этого идутся большие работы по модернизации железнодорожных переходов, в том числе по трансграничных переходов. Да. Выстраиваются новые железнодорожные сети, железнодорожные направления. В прошлом году объем грузоперевозок между странами превысил 30 миллионов тонн. Наша страна расширяет сотрудничество в этой сфере. Теперь грузы по маршруту Китай, Казахстан, Узбекистан будут доставлять за рекордно короткое время. Сервис по ускоренной доставке, можно считать, заработал благодаря договоренности между главами государств. В первую очередь хотелось бы подчеркнуть активное развитие сотрудничества между железнодорожными администрациями Казахстана и Узбекистана в транспортно-логистической отрасли. Динамика перевозок между Казахстаном и Узбекистаном демонстрирует стабильный рост. В 2023 году рост грузоперевозок составил 32% к показателям 2019 года. Нерешенных вопросов между странами нет. Есть только общие задачи. Их и надо воплощать, говорят эксперты. Особое внимание нужно уделить развитию логистики и созданию водно-энергетического союза в регионе. Это, по их словам, выведет отношения Астаны и Ташкента на новый уровень. Есть много проблем, которые мы не сможем решить в одиночку. У нас одно высыхающее море на двоих. У нас один воздух на всех. Одна сырдарья. Перед нами стоят задачи укрепления региональной безопасности. Дружеские отношения Узбекистана и Казахстана – это пример для всего мира. Наши лидеры смогли найти ответы на самые насущные вопросы. Пока на планете тлеют конфликты, политический тандем Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева стремится превратить Центральную Азию в самый безопасный, процветающий и дружный регион. Примеров успешной интеграции наших государств немало. Один из них – строительство Международного центра промышленной кооперации на приграничной территории двух стран. Там будут развивать не только торговлю, но и совместные промышленные предприятия. Есть потенциал и для сотрудничества в самых разных областях. Правовая основа уже давно заложена. Узбекистан стал третьей страной, с которой у нас подписан вечный договор о союзнических отношениях. Вот, кстати, очень интересный момент, что именно узбекские студенты – это одна из самых крупных, так скажем так, групп иностранных студентов в вузах Казахстана. В целом мы братские народы, которые имеют общую историю, имеют общую культуру, говорят на схожих языках. Помимо этого, страны могут помочь друг другу с развитием трансграничного туризма. Большой потенциал кроется и в науке. Сегодня в музеях Ташкента, Самарканда и Бухары хранятся около 500 экспонатов, связанных с жизнью и бытом казахов. Динара Абдирова, Галымжан Аблахат и Досхан Кораз, 24KZ. К нашей беседе присоединяется Назгуль Хатепова, директор департамента Министерства сельского хозяйства.
Назгуль Сарикалиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как сотрудничает Казахстан и Узбекистан? Какие направления больше всего развиты? В целом Узбекистан является одним из ключевых наших партнеров по торговле. По итогам 2023 года у нас общий товарооборот составил 1,7 миллиардов долларов США. Из них 1,5 миллиарда это экспорт и 200 миллионов долларов это импорт. Практически по всем основным направлениям в сфере сельского хозяйства идется сотрудничество, в том числе по растениеводству, животноводству, по вопросам переработки сельхозпродукции, цифровизации сельского хозяйства, ветеринарный контроль, то есть это фитосанитарный надзор. И семеноводство, и сортоиспытания. А насколько важно для стран делиться опытом, сотрудничать, и как этот взаимообмен вообще происходит? Что интересно, допустим, для нас от узбекских фермеров, и какие технологии интересны им? Считаю, что очень важно делиться опытом, технологиями, знаниями в сфере сельского хозяйства. В целом, что интересует узбекскую сторону, это в основном производство и переработка зерновых культур, масличных культур, вопросы животноводства также их заинтересовали по итогам встреч. Что касается казахстанской стороны, то нас интересуют вопросы по производству хлопка, шелководства, вопросы переработки шкур и шерсти. А в целом обмен опытом ведется в основном это между научными учреждениями, вузами и сами сельхозтоваропроизводители также обмениваются опытом и знаниями. А какие общие задачи на перспективу? В целом основная задача, это, я считаю, обеспечение продовольственной безопасности путем расширения объемов и позиций товарооборота, наращивания объемов в целом взаимных поставок, реализации каких-нибудь совместных проектов, исследований в сфере науки и сельского хозяйства. И в целом это обеспечение продбезопасности, основная миссия и задача сотрудничества. К сожалению, мало мы с вами поговорили, потому что у нас эфирное время ограничено. Назгуль, спасибо, что пришли к нам в студию. Назгуль Хатепова, директор департамента Министерства сельского хозяйства, была гостем студии. И на этом пока все. Увидимся в 14 часов. До встречи.